Виталий Павлович, скажите, что сегодня здесь происходит, вот столько автотранспорта полицейского? Сегодня осуществляется смотр транспортных средств на пригодность его использования в летний период, на соответствие путевой документации, технического состояния, внешний вид. В общем, мы используем в летний период. Парк ГИБДД соответствует вообще состоянию, которое должно быть? Ну, в Кингисеппском ГАИ состояние транспорта очень хорошее. Очень хорошее? Очень хорошее. Молодцы, конечно, за транспортом следят. Путевую документацию и вообще документацию вопросов практически нет.